28 февраля в районе жилого квартала по улице Халилова в Каспийске проведен комплекс мероприятий с практическим развертыванием системы гражданской обороны под руководством заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Муслима Деврижбекова. Контроль проводимых мероприятий на месте осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов. Участие в мероприятиях приняли первый заместитель главы города Сергей Шахвалиев, руководитель управления ГО ИЧС муниципалитета Арсен Велиев, представители администрации городов и районов региона, волонтеры и многие другие. Перед началом комплекса мероприятий Муслим Деврижбеков озвучил доклад о готовности. Далее состоялся осмотр агитационных материалов, а также информационных щитов по гражданской обороне, размещенных в подъездах многоквартирных жилых домов. По замыслу, после включения системы оповещения эвакуируемые направились в укрытие, подвальное помещение одного из домов. Докладчик продемонстрировал им места размещения, оборудованные сиденья, кровати, санитарный пост, запасы питьевой воды, а также информацию по порядку эвакуации и убытию населения на сборно-эвакуационный пункт, развернутый на базе гимназии 11. Прибывшие в соответствии со схемой СЭП прошли процедуру регистрации учета и получили средства индивидуальной защиты, после чего прошла посадка эвакуируемого населения на автотранспорт для дальнейшего убытия в безопасный район в составе автомобильной колонны. В завершении комплекса мероприятий начальник Главного управления генерал-майор Нариман Казимагомедов довел информацию до участников и приглашенных гостей, а также отметил, что в современных военно-политических условиях гражданская оборона приобретает все большее значение в единой системе общегосударственных мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны и республики. Администрация Каспийска организовала и практически продемонстрировала основные способы по защите населения от военных конфликтов. Он также выразил уверенность, что подобные мероприятия будут проходить и в других городских округах и муниципальных районах республики.